La Asamblea escuchará ahora el discurso del excelentísimo señor Alexander Lukashenko, presidente de la República de Belarus. Pido al oficial de protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Alexander Lukashenko, presidente de la República de Belarus, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Спасибо. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, 70 лет тому назад, после окончания Второй мировой войны, у человечества появилась надежда на установление справедливого миропорядка, основанного на всеобщем взаимопонимании и сотрудничестве. Однако последовавший затем период холодной войны снова расколол мир на противостоящие блоки. После распада Советского Союза и социалистического лагеря многим казалось, что наконец-то исчезнут основания для конфронтации государств, военных конфликтов. Увы, пока эти надежды не сбываются. С сожалением приходится констатировать, что наш мир не стал более стабильным, предсказуемым, комфортным для большинства жителей нашей планеты. Несмотря на огромную работу и колоссальные усилия по реализации масштабных планов ООН. Вчера на саммите мы утвердили амбициозную повестку работы организации на ближайшие 15 лет. В фокусе итогового документа 5 стратегических направлений, которые имеют для всех нас жизненно важное значение. Люди, планета, процветание, мир и партнерство. Они родились не на пустом месте, а стали логичным продолжением усилий по реализации целей развития тысячелетия. Тем не менее, эти усилия вызывают противоречивое чувство. Да, есть определенные сдвиги в уменьшении глобального уровня нищеты, повышении защищенности и укреплении здоровья матерей и детей, расширении доступа к образованию. Но говоря о достижениях, мы вынуждены признать, что качественного прорыва в жизни человеческой цивилизации так и не произошло. Более того, мы видим, как современный мир захлестывает все новые вызовы и обостряются старые проблемы. Причем они касаются не одной сферы, а всех важнейших направлений жизнедеятельности человечества. Во-первых, сегодня мы столкнулись с совершенно новыми геополитическими реалиями и военными конфликтами. Об этом уже многие ораторы говорили. Наблюдается беспрецедентная напряженность в международных отношениях. Все отчетливее появляются угрозы, на которые пока нет ответа. Концентрируясь на спорах по второстепенным вопросам, сообщество упустило из вида появление агрессивных, террористических, глобальных группировок. Вся система международной безопасности переживает серьезнейший кризис. Потеря взаимного доверия между глобальными игроками, отсутствие готовности к компромиссам, возврат к элементам блокового противостояния, по сути, поставили мир на грань новой войны. Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит? В результате внешнего вмешательства, экспорта цветных революций, искусственной смены режимов, стабильные прежде всего страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией. Вместо обещанной демократии в процветании и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу, и это тоже стало острой международной проблемой.
Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих других. Неуязвимых стран больше не существует. Мы должны честно признать, сейчас нет эффективной системы сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое лидерство, к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать силу и экономический шантаж для обеспечения своих собственных интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от закрепленных в уставе ООН принципов международного права. Поэтому глубоко убежден, что в организации крайне необходима новая широкая дискуссия о принципах будущего сосуществования государств и народов. Об этом я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть. Организация не должна превращаться в место для взаимных обвинений и конфронтации государств. Диалогу нет альтернативы. Нам не уйти от коллективного решения проблем. Конечно, можно вновь понастроить новых стен, разделительных линий, но от этого проблемы никуда не исчезнут. Второе. Серьезную опасность для стабильности мира представляют глобальные экономические угрозы. Валютные войны, санкции, передел сырьевых рынков, недобросовестная конкуренция, другие негативные явления обостряют мировой кризис. А попытки со стороны ряда ведущих государств решать свои проблемы за счет других стран также являются основой для конфронтации и разобщенности. Выход из этого тупика видится один – всестороннее взаимодействие экономик разных стран, поиск оптимальных путей устойчивого развития для всего мирового сообщества, а не отдельных стран. И очень важно при этом поддержка бедных и беднейших государств. Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции, как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы. И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономических союзов, масштабном проекте Великого Шелкового пути, создании Транс-Тихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятки других. Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы способны создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно существовать различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания. Ценность интеграционного процесса в его демократичности – он в известном смысле уравнивает шансы всех участников, дает возможность небольшим и средним государствам раскрыть свой потенциал, стать важным связующим звеном этого процесса. Главное условие интеграции – взаимная выгода. Стремление же получить сиюминутное одностороннее преимущество – вот в чем корень зла. Нужно осознать ответственность перед будущим, думать о том, что мы оставим после себя. Нельзя забывать, что крайняя нищета в отдельных регионах планеты, кричащее социальное расслоение внутри общества, диспропорции между государствами, отсутствие перспектив, прежде всего у молодежи, это питательная среда для международного терроризма и организованной преступности. Третий блок глобальных угроз, которые вызывают тревогу в социальной, гуманитарной и экологической сферах. В последнее время позвучные призывы к максимальной свободе в ряде стран подвергаются испытанию на прочность, основополагающие устои человеческого общества – семья, мораль, нравственность. Безответственные социальные идеи могут привести к новому расколу между различными культурами, породить жесткое религиозное неприятие,
межнациональные конфликты? Задумываются ли о последствиях своих слов и действий социальные новаторы? Такие же эгоистичные подходы характерны и по отношению к окружающей среде. Уже много лет международное сообщество не может найти ответа на вызовы изменения климата. Многие предпочитают перекладывать ответственность на других, на последующее поколение. Задумываясь над подобными проблемами, нельзя не прийти к одной мысли. Похоже, что глубинный источник этих кризисов и угроз один – искусственный культ индивидуальных прав и свобод человека в ущерб общественным интересам. Прикрываясь лозунгом «прав человека», оправдываются свержение правительств, разрушение государств и войны за ресурсы. Насаждаются методы хаоса и анархии, культивируются хищнические отношения к природе и стремление к наживе. Это приводит к деградации сознания людей, когда чьи-то извращенные прихоти возводятся в норму. Такие подходы дают зеленый свет разложению общества, разрушению моральных устоев и нравственных ценностей человека. Исчезает граница между добром и злом. Беларусь не претендует на знание готовых рецептов того, как решить эти проблемы, но мы искренне верим, что ответ лежит в плоскости тех идей, которые были предложены миру основателями ООН 70 лет назад. В первую очередь речь должна идти о безусловном осуждении насилия. Войны не должны быть инструментом выяснения отношений между государствами. Мир нельзя удержать силой. Мира можно добиться только через понимание, говорил мудрый Эйнштейн. С этим трудно поспорить. Только через самоограничение можно обеспечить благо и защиту для всех, и сильных, и слабых. Это и есть суть международного права, которое является единственной альтернативой закону джунглей. Беларусь всегда будет поддерживать любые усилия и инициативы по укреплению международного права. Это важнейший приоритет нашей внешней политики. Однако одного международного права для обеспечения мира и безопасности на планете крайне недостаточно. Необходимо на национальном уровне создать достойные условия жизни для каждой конкретной личности. Глубоко убежден, что адекватно справиться с этой задачей может только сильное государство. Парадоксально, но в 21 век человечество вступило с большим числом слабых и малоэффективных государств. Что такое слабое государство? Это отсутствие законности, отсутствие стабильности, вопиющее неравенство и крайняя бедность, отсутствие мотивации и здоровой морали у молодежи. Мы в Беларуси это очень хорошо понимаем. На протяжении последних двух десятилетий мы целенаправленно строим суверенное государство с социально ориентированной экономикой. Уделяли и продолжаем уделять самое пристальное внимание укреплению семьи и самореализации молодежи. Скажу честно, нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи. Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные новации в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему, боюсь увязнуть и подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить, детей-то кто рожать будет? Мы сделали все от нас зависящее, чтобы наши внуки, правнуки и их потомки сохранили принятые народом нравственные ценности, добрые традиции духовности и культуры. С полной уверенностью могу заверить всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на белорусской земле, ни под какими лозунгами, в том числе демократии. Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их прихода к нам извне. Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности. Мы намерены строить ровные, взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми странами мира. Для нас представляет особую ценность добрососедство и взаимопомощь.
Поэтому мы не стремимся к мирному, мы стремимся сегодня к мирному урегулированию кризиса в нашей братской Украине и в других горячих точках планеты. Беларусь продолжит активную работу по противодействию общим глобальным проблемам, прежде всего в рамках международных организаций. Такие организации имеют огромный опыт и возможности. Беларусь может предложить международному сообществу свой опыт, пусть небольшой, решение ряда проблем, ну, таких как, например, Чернобыльская катастрофа, ее преодоление, искоренение торговли людьми. Осмысливая национальный опыт развития, хочется сделать следующий вывод. Только союз сильных, ответственных, эффективных государств, объединенных системой международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным вызовам и угрозам. И здесь, несомненно, очень важна роль нашей организации. В эти дни приходится слышать немало критики в адрес ООН. Республика Беларусь, безусловно, разделяет главный посыл о том, что организация не может быть застывшей, она должна идти в ногу со временем. Но самое главное, реформируя любую структуру, не выбросить бы главное, в данном случае обеспечить незыблемость целей и принципов устава ООН. Вместе с тем важно понимать, что ООН, как я уже неоднократно говорил, это все мы. И от того, насколько согласованно и конструктивно мы будем действовать, зависит благополучие мирового сообщества. Уважаемый господин председатель, меньше всего я хочу, чтобы мои слова с этой трибуны во второй день еще раз прозвучали пророчески, но сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит признак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий признак стал явью. Вот мы собрались сегодня, вчера обсуждали очень важную проблему, программу наметили развития Организации Объединенных Наций. Я уже говорил, для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты это звучит устойчивое развитие, кощунственно. Потому что они умирают каждый день, умирают дети, умирают старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение – покончить с войнами и конфликтами, с теми, которые, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей планете. В завершение своего выступления приведу цитату великого человека Нельсона Манделы. Этот несломленный борец за справедливость в мире, обращаясь к современникам, сказал: – «Иногда на поколение выпадает участь стать великим. Вы можете стать этим поколением. Очень надеюсь, что такая участь выпадет именно нашему поколению. Я верю, что мы найдем в себе силы и здравый смысл сделать все, чтобы изменить мир к лучшему. Иного не дано. Благодарю за внимание». En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República de Belarús la declaración de que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al señor presidente.